Привет! Расскажи, пожалуйста, как тебя зовут, откуда ты? Здравствуйте, меня зовут Рушана Варвара, мне 5 лет. Я родилась в городе Тольятти. Давно занимаешься пением? Да. А со скольких лет занимаешься? С трех. Какая ты молодец, то есть ты уже 2 года на сцене? Да. А скажи, пожалуйста, ты поешь или еще танцуешь? Пою, но танцевать я не танцую. А сегодня ты какую нам песню споешь? Я уже не пою. Подожди, ты сегодня приехала к нам выступать, правильно? Значит, ты будешь петь? Я показываю модную одежду. А, то есть ты у нас модель, и ты будешь показывать красивые какие-то одежды, да? То есть у тебя уже есть опыт даже на подиуме выступления. А как часто ты в каких-то конкурсах красоты принимала участие? Хорошо, я даже корону уже получила. Корону что? Корону получила. Расскажи, пожалуйста, что это был за конкурс и что это за корона, какое место? Третья вице-мисс. Молодец. Слушай, ну у тебя есть все данные в будущем выигрывать конкурсы красоты, потому что очень красивая девочка, талантливая. А скажи, пожалуйста, ты хочешь потом в музыкальную школу поступать? Ну, да. С чем хочешь связать свою деятельность в творчестве? Что тебе больше нравится? Конкурсы красоты, пение? Пение. А еще придешь на ТВ-шанс? Будешь участвовать в конкурсах песни? Да. Спасибо тебе большое, что пришла. Мы с радостью посмотрим на твой номер.